Пусть будет мир на земле, вода в Дивеевском роднике, свежий саровский хлеб на столе, надежда и уверенность в завтрашнем дне, стабильность и счастье дома и огромной стране. Пусть гром вас не останет внезапно врасплох. Спаси и помилуй, храни вас Бог. Спасибо, с праздником Победы! Мы чтим тех саровчан, которые с 41 по 45 год ушли воевать. 950 мужчин, из них 523 не вернулось в полях сражений. Мы чтим их память, их имена увековечены на стеле у вечного огня. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь после, восстанавливая наше народное хозяйство. Слава и вечная память героям! С праздником вас! Днем Великой Победы! Я призываю продолжать эти великие традиции и помнить наших отцов и дедов, которые отдали жизнь, отдали свое здоровье за то, чтобы мы с вами сегодня стояли на этой площади, жили счастливо. С праздником всех Великой Победы! Традиционно парад открывает личный состав 94-й орденов Жукова и Красной Звезды дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации. Командир дивизии генерал-майор Евгений Токаренко. Помнит Вера, помнит Алипы Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Кривенцы в русском вальсе сквозь года. Помнит, сердце не забудет никогда.